очень нравится баронесса. Баронесса? Нет, 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 нет. Герцогиня мне нравится совсем другая женщина. Я ее знаю. Это вы должны сами решить. Знаете ли вы саму себя или нет? Вот оно что. Простите, маркиз, вы женаты? Я женат, но это не имеет значения. Давно? Что вы имеете в виду? Давно ли я женат или давно ли это не имеет значения? И то, и другое. Женат давно. Целых 4 года. А значения не имеет с этого момента, когда я увидел вас. Какой ужас! Неужели через какие-нибудь 4 года каждая жена становится уже неинтересной для своего мужа? Герцогиня, вы знаете, ну, кто-то сказал, что жена как прочитанная книга. А прочитанную книгу можно хранить, беречь, переплетать. Но читать уже неинтересно. Боюсь, что многие мужья так невнимательно прочитывают эту книгу, что даже не знают ее. Свою книгу я знаю наизусть. Неужели вы успели так хорошо изучить свою жену за какие-то 4 года? За 4 года можно изучить китайский язык, а не только свою жену. Моя жена неплохо танцует и неплохо поет. Но когда сегодня я увидел, как танцуете вы, вот я беру вашу руку. У нее не такая мягкая кожа, не такие длинные пальцы, как у вас. Я знаю, как она может ими погладить меня по волосам. А как она может вцепиться вам в ваши волосы, вы не знаете? Надеюсь, это придет ей в голову, когда я облысею. Я видел ее руки много-много раз. Я знаю форму каждого ее пальца, каждого ее ногтя. Я знаю, что между средним и указательным пальцем у нее родинка. Боже, 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 боже. Смотрите, у вас такая же родинка на этом же самом месте. Что вы говорите? Да, но разве можно сравнить ее родинку с вашей? А в чем разница? Ну, у нее просто маленькое такое темное пятнышко, вот и все. А у меня? А у вас это маленькое пятнышко может стать залогом большого счастья, если вы мне разрешите его поцеловать. Или источником большого разочарования, если вы мне откажете. Ох, теперь я знаю. Понимаю, почему я вышла за него замуж. Ну вот, как летит время. Кажется, мне как Золушке придется покинуть бал в самый неподходящий момент. Что с вами? Что со мной? Ну, ничего. А мне показалось, что вы куда-то торопитесь. Я никуда. Нет, никуда не спешу. Хотя, напротив. Да, тороплюсь. Я тороплюсь безумно, чтобы условиться с вами о нашей встрече. А вы уверены, что она состоится? А вы разве нет? Время покажет. Ах, то время. Такое жалкое время. Разве оно может понять, как я влюблен в вас с самой первой минуты? Дайте-ка сюда. Какая прелесть. Я беру их на память и отдам при нашей следующей встрече. Да, но... А разве вы не уверены, что она состоится? Не провожайте меня и не идите за мной. Герцогиня, постойте. Как же я узнаю вас? По вашим часам. Прощайте. Да, да, пока. Конечно. Я узнаю ее по своим часам.